Вопросов много, задать их некому. Часто нашим репортерам приходится выполнять роль чуть ли не сыщиков или детективов, чтобы узнать о подробностях аварии. Наша съемочная группа работает в Киеве на парковой дороге. Здесь лоб в лоб столкнулись микроавтобус ЛДВ и легковая машина «Шевроле». От удара оба автомобиля смяло довольно сильно. Легковушке, естественно, досталось куда больше. Следы на лобовом стекле свидетельствовали о том, что без пострадавших в аварии, скорее всего, не обошлось. Похоже, что люди на передних сиденьях «Шевроле» были не пристегнуты и, очевидно, ударились головами о лобовое стекло. Свидетелей ДТП на месте не было. Участников аварии тоже. Лишь патрульные полицейские монотонно выполняли свою работу, делали замеры, заполняли протоколы и регулировали движение, чтобы в аварию никто здесь больше не попал. Вскоре на переднем сиденье разбитого буса появился какой-то неизвестный мужчина. Как оказалось, это знакомый водителя микроавтобуса. Как столкнулись машины, он не видел, но тем не менее рискнул выдвинуть свою версию произошедшего. По факту видно, что белый бус нарушил. А по какой причине? Никто не знает. Никто не знает. Предварительно столкновение произошло так. Бус, ЛДВ и «Шевроле» движутся друг к другу навстречу по парковой дороге. Внезапно водитель микроавтобуса теряет контроль над машиной, выезжает на встречную полосу и таранит «Шевроле». От знакомого водителя микроавтобуса мы также узнали первые подробности о пострадавших. У пассажира сотрясение мозга, насколько мы знаем, и больше мы ничего не знаем. А из «Шевроле» скольких забрали? Мы знаем, что все живы. Ну все знаем, что все живы. После того, как полицейские закончили оформление аварии, удалось поговорить и с ними. Много нового они не сказали, но все же пролили свет на несколько важных вопросов, в частности, о пострадавших в ДТП. Травмировано 4 человека, все госпитализированы. По обстоятельствам дела проводится следствие. В итоге пострадали пассажиры, водитель микроавтобуса и, соответственно, пассажиры-шофер из «Шевроле». Что касается причин, по которым произошло ДТП, они еще устанавливаются. Вариантов масса. Плохая погода, внезапная поломка микроавтобуса, неудачный обгон с нарушением правил – это все еще предстоит выяснить. Осень вносит свои коррективы в дорожное движение. ДТП, к сожалению, случаются регулярно. Только за последние сутки в Украине их было 96. В результате этих ДТП 12 людей погибли, еще 98 получили травмы.